Всем привет! Всем привет! С вами Рома и Лера. Сегодня... И Барни. И Барни с нами, да. Мы сегодня записываем «Мыслить как подписчик». Это канал Денчика Фломастерова. Лера, кстати, уже появлялась на канале «Чужого». Да. Мы продолжаем ходить по каналам ребят. Очень вас всех уважаем и готовы начинать. Проигравший давай делает массаж. Нет, не массаж. А что? Хороший массаж. Раз, два, три. Раз, два, три. Надо 10 тысяч лайков. Надо 10 тысяч лайков. О, неплохо. Короче, 10 тысяч лайков, и тогда я составлю вопросы. А на нашем месте окажется Дэн со своей будущей женой Светой. И я буду задавать ваши вопросы. Ну, они будут отвечать. И придумайте, кстати, в комментариях и напишите, какое прикольное наказание для вот парочки, вот когда Дэн будет со Светой, вот что будет делать проигравший, такая, может, бытовуха, может быть, что-то оплатить друг другу. Ну, что-то прикольное напишите. Чаще всего самый лучший футбольный вечер получается тогда, когда вы полностью вовлечены в игру. И чтобы это сделать, лучше всего сразу же выбирать лучших, а именно моих друзей BetWinner. Ведь именно они предлагают лучшие коэффициенты, быстрые выплаты, регистрацию буквально в один клик. Самое главное — надежность, а еще по промокоду FLOWMDE вы получите бонус до 25 тысяч рублей при регистрации. В 21.00 играет Манчестер Сити, а в 23.15 Ливерпуль. Кубок Италии, полуфинал, Наполи-Аталанта 22.45 и многое другое. Все события, естественно, есть на BetWinner. Котик, как всегда, обращает внимание на промокод. Так что переходим по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируемся, смотрим футбол и побеждаем. Из-за чего муж с женой поругались? Немытая посуда. Изменил. Ну, давай, допустим, поругались из-за детей. Это ж такое есть. Сразу видно материнский инстинкт. Что еще бывает? Из-за чего? Напился. Ушел и не вернулся. Просто бросил семью, чувак. Девушка ебала мозг. Без мат. Да, извините, сейчас, кстати, вышел закон. Девушка капает на мозги. Парень не обращает на нее внимания. Предпочел друзей девушке. Ну, типа, вместо девушки пошел с друзьями куда-то. Так, не вынес мусор. Плохо прошло знакомство с родителями. Не подарил цветы. Не ответил на сообщение. Не позвонил. Из-за бывшей. Не погулял с собакой. Договорил. Смотрел на других тёлок в Инстаграме. Назвал ее не тем именем. Из-за компьютерных игр. Кто-то с кем-то расстался. А, скорее всего, из-за вопросов, связанных с деньгами, из-за денег. Блин. Не, я хотела сказать секс. 12-3. Попа под А3. Я таким, наверное, прилежным никогда не был в кадре. Самое необычное место для секса. Это не я, а это подписчики. Поэтому нигде. Нет, а, пускай будет. Там надо что-то... Ну, по-любому кто-то напишет самолет. На пляже. Кинотеатре. Блин, в туалете. Давай устроим. На кровати. Чисто по фанускам. На кровати? Да, я пофиг. В поезде. На полу. В машине. В парке, на улице. Бар. Ну, в клубе туалет есть. Если в самом клубе. Вот вы дикие, конечно. Ой-ой-ой. Там пританцевал слишком плотно. Было такое. Социально. Было такое, да? Да, было такое. Ну, не у меня, конечно, было, но было такое. Социальную дистанцию никто не... Не, в туалете. Туалет, а именно в клубе. Не, мне кажется, я где-то в интернете что-то какой-то был раз... В новостях. Конечно. Я тоже в новостях много чуть-чуть. Игра наоборот. Наоборот. Что подарить девушке на 14 февраля? Валентинку. Открытку Валентинку, нет? Цветы. Шоколад. Игрушку. Машину. Мы тут это просто скачем. Украшение. Ну, я, конечно, ее разбираю вообще по полочкам. Себя. Ну, я тебе дарю, как бы он мне дарит себя. Секс. Поход в ресторан. Поход в магазин. Поездку куда-либо. Косметику. Вещи. Гуччи, Луи Прада. Собаку. Итак, 14 февраля. Я с цветами. С сексом. И с украшениями залетаю в этот топ. И что-то я забыл. Билет на спортивное мероприятие, типа билет на футбол. Телефон. PlayStation 5. Ну это типа тебе, но типа мне. Фен Дайсон. Может быть, какую-нибудь еду, там тортик или что-то такое. Это эротические игрушки? Все, давай, там игра, супер игра. Добрый вечер. Прямо с передачи 100 к 1. 5 вопросов, 2, 15 секунд. Отвечаем быстро, не Хорошо. Задумываясь. Волнуешься? Да, волнуюсь очень сильно. Я хочу выиграть. Раз, два, три. Самая сексуальная женская часть тела. Грудь. Начинка круассана. Сгущенка. Почему опоздал автобус? Потому что государство. Что или кто может быть высоким? Человек. Для чего мы чаще всего используем телефон? Звонить.
5 вопросов, 20 секунд, те же самые. Да, давай. Я ничего не слышу, я даже надел наушники, если честно. О, что происходит? Суперигра у нас в более теневой обстановке. Ты готов? Давай. Раз, два, три. Самая сексуальная женская часть тела. Попа. Начинка круассана. Шоколад. Почему опоздал автобус? Пробки. Что или кто может быть высоким? Человек. Животное. Для чего мы чаще всего используем телефон? Звонить. И сидеть в интернете. На высоком я облажался, что бывает высоким футбол. Блин, отсылочка такая. На самом деле на высоком, да, надо было отвечать дом. Я не успел. Животное, я там жираф подумал. Жираф. Я почему-то, не знаю, до пробок вообще не додумалась. Не, пробки вообще топ-вариант. Я просто думала, что если автобус уже опаздывает, он уже в пробке стоит. Типа, почему пробки? Самая сексуальная женская часть тела. 5 баллов. 5 баллов. Попа. Естественно. Ах. 4 грудь. Ты грудь сказал? 3 ноги. 2 глаза. 1 рот. Глаза выглядят рот. Это уже неплохо. Я думала сказать рот. Не, ну грудь и попа это топ, но попа лучше, мне так кажется. Начинка круассан. Ну я снова 5 баллов забираю. 5 баллов шоколад. 4 ваниль. А ты что сказал? Сгущенка, это есть ваниль. 3 клубника. 2 ветчина сыр. 1 сгущенка. Причем, если бы не был шоколад, я бы набрал 0 баллов, потому что я бы сказал карамель. Почему опоздал автобус? 5 баллов пробки. 5 баллов. Государство. Да ну, ты серьезно? Да нет, конечно. 5 баллов пробки. Ты сказал государство? Да я не знаю, я... Государство? 4 сломался, 3 попал в ДТП, 2 проспал смену водитель и 1 поменяли расписание. Вот это все относится к государству. Поменяли расписание, давай запишем. Государство поменяло расписание. Мне кажется, все баллы нужно записать мне, потому что все это относится к государству. Что или кто может быть высоким? 5 баллов человек. 5 баллов, да, все супер. 4 дом. Ну, я хотел сказать дом, но я поздно понял. 3 дерева, 2 гора и 1 давление. Топ, кстати, прикольный вариант давления. И последний вариант, который все решает. Ничего он не решает. Для чего мы чаще всего используем телефон? Ну, я тут, я забрал 4 балла. 5 баллов. Потреблять контент, смотреть соцсети, ну, сидеть в интернете. 5 баллов. Блин. 4 играть в игры, 3 фоткать, 2 звонить. Прикинь, как мир поменялся. И 1 поиск информации. Я слишком стара для этого мира. Ну что, тут, возможно, рекорд, нет? Ну, вообще нечестно. Мне кажется, государство мое должно было набрать все баллы, потому что государство везде. Спасибо, очень приятно. Ну, в общем, друзья, 10 тысяч лайков, Денчик и Света. Возможно, у них получится более мило, чем у нас, но это вряд ли.